5, 4, 3, 2, 1. Сразу не бейте, пусть он возьмет. Айс Найт, иди. Два босса твои. Ланар, Талдарам, двоих должен забрать. Собери. Отбежали, как назначал. Борщ, сделай что-нибудь. Боб по себе дай, блядь. Совы забери таун там, босс. Алдарам, видишь, бегает. Или на грона нем набирай. На этом боссе достаточно агро. Отбежали, милики. А чё, где взрыв, сука? Нерабочий босс. Поздно. Поставь обратно. Вы его не туда ведете, ребят. И не ставь на пружинку больше. ДК-танк. В центре, но не возле пружинки. Она тебя будет отталкивать. Кас, смотрим на ком. Кас на Центеке. Центек отходит. Ждем следующий кас 2 секунды. Клади босса, там пружинка слева. Тубраджин бегает. Остальные пошли келесеты бить. Не через эти. Не через ветер. За агро смотри, Андрей. Ты в ОБшке спам там. Я не бью. Атмосферка падает. Упала, точнее, так что. Ушли обратно. Цель поменяли. Разбежались, милики. Лок отбегаешь, фаур. От огня должен отойти. Как огонь уменьшится, можешь это остановиться. Отводи танк. Сейчас оттолкнется их. Сова, уйди оттуда. От стенки отойди. Пойдем добивать. Банный майдан начался, нахуй посередине боя, блядь. Это за упа падает. У тебя нет места, Килай. Распыли зеленку. Иди трэш пока чистите возле валитри. До квартала льда. Там обратно.
Вань, сколько места надо? Три шмотки сюда падают, босс. С любого. Кроме какого-то квартальных. Две сегодня падали. Кидай. С квартальных четыре падает. Сейчас разрулим шмотки с ребра. Время. Иди туда. Они же не будут туда бегать. Это шмот. Че, осколки-то были, не? Вообще ни одного не было. Ладно, рейд говна. Сколько тотал ДПС был? Орки. 247 тысяч, ебать. У кого хилоспеки есть, паладины? Шаман, у тебя есть хилоспек хороший? У меня 243 есть. 24. У кого у меня? У нас у ретрика есть, нам двух холипалов, да. По-моему, хватит, не? Ой. Двух холипалов из зубра. Летай в два шамана, в два паладина. Метки вас поставлю, пока ретрик идешь в этом. Ну, ДД. Дойдем до босса, там спекнешься. Хорошо. Только я тут не да, был панда, 24. На валике. Ничего не меняется, все так же, как в десятке. Просто большее количество порталов. Вы заходите в портал, встречаетесь возле головы, к примеру, угу. И начинаете летать все в одну сторону. А задерживаться на этих хуйнях не надо. Просто мимо пролетели, летите к следующей. Ну, я в десятке. Кого был. Аура коня включена, нажимаете мастер аур после того, как все собрались. Все понятно. Ну, примерно, да. На практике посмотрим. Я могу с вами зайти в один портал, посмотреть, как вы делаете. Но я думаю, зубр там шаристый пацанчик. Покажи. Нам в разные порталы нужно заходить, я правильно понимаю? Покажи свой портал. После того, как ты заходишь какой-то, он закрывается. Угу. И получается, мы встречаемся в одном месте и начинаем летать вместе. Да, да, да. Все, окей, понял. Сделаем. Добиваем Добавим. Этих двоих и ролим шмо. Пока он ко мне не привязался. Мне место заканчивается. Рок торопит нас. Кила, что делать? Крит, метка с кольцо надо кому? Вальку убиваем. Да, конечно, за ГП. По приору оно уходит хейки. ГЦ, чё? Хорошее кольцо. Рарник, 275 ГП хейки. Квадрат метку на мне кинули. Обмен. Дорогущий какой-то. Давай роль дальше, пока он идет обмен, давай. Две шмотки. Роллы, если кому-то на мейнспек надо. Оффспеке половина ГП. Это мусор. Без ГП ролить кому надо? Ваня, здесь я говорю, и я разраливаю. Это помойка, не перебивай. Ты время тянешь. Если кому-то надо, значит кто-то рольнет. Мне в прошлый раз жаловались, что на мейнспек не успели сролить. За фул ГП. Пишет, паролу на чисто надо кому-то. Парол. Ты сейчас тратишь время. Дай нормально разролить. Уретрик, забери. Там Void Wave выиграл, у него 77. У меня в аддоне не показывается. Есть там, да, 77 он сорвал. У меня аддон показывает только у ретрика и тролл. Потому что он ральнул после уже того, как тебя аддон закрыл, блядь, тролл. Да. Да дайте ему, ему нужнее. Void Wave замирай. Просто воет, ребята, просто воет. Привычка, смирись. Смиряюсь.
Погнали дальше, я сказала, две шмотки. Остальное пока ждет. Серебра три же было. Одна боешка? Не было боешки серебра. Нет, боешки не было, там, по-моему, танковское что-то упало. Бедро, я проверю. Каждый босс идет три шмотки, кроме квартального. Там ноги упали на танке. Вот, бьет. Там все, они чуть дальше упали. Хиловская тренинг. Мейн спек фулл ГП надо кому? Офф спек поломина. Айс Найт иди. Или чё? Айс Найт это же мейн. Да, наверное, не знаю. Но он за пол ГП хочет, а не за мейн. Не за пол. Просто если мейн, он один претендует. Ну, значит, так ему за мейн отдаешь. Поэтому я так ему отдам. По мейну-то он танком сейчас идет. Ученик утра он ауф. Да, пока ждет остальное. Зачем тебе так хило тренинг упал, он же говно. Ну, я бы даже кринжанул такую таскать. Напала чисто там нужно интеллект. Статуэтка, насколько я помню, одна из лучших тренингов. Сова бесывает, ты че блин? Косульды не выбьешь? И ни на что не меняется. Можно карту купить на посту. Нахуй не нужна она. Ему намекает, что мол у него травма, поэтому что-то их плохо хилит. Нет, он у него щетки забрал в прошлый раз и не носит. Он его теперь дрочит за эту хуйню. Битва хилов, блин. Нехуй забирать, если не носишь. Катушку тоже у кого-то забрал. Катушку вообще забил. Олежка мне отдается когда в нормальных рейдах. Есть часы свой Синдрагос? Ну, раз стоит Синдру что? Не убивают, можно и катушку. Нет, нихуя так не работает. Ну, у него же сработало, у него катушка, он... Это вопрос к Утюру. Ученик травму упал. Да он споткнулся, все нормально. Да, лестница тут. Лодыжку подвернул. Сейчас с этого, с больницы приедет. Ну, как обычно говорят, опа, чирик. И вот упал. Да мы пиздим у тебя хпс просто.
Бомбусь, я в 4-4, у него ХПС своего не увидел даже. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Так, Айснайт, сзади будут сейчас два моба, их надо тебе забрать на себя. Вальку смысла бить нету сейчас. Бьем сзади мобов, капитана. Где второй? Он копье, кстати. Сбил щит. Играем по Валькирии в приоритете. А мне аддон показывает, что у нас 26 рейди буля код здесь как будто. Так, у меня тоже обычно 58, задержка, сейчас 71. Чуть-чуть поднялась, видимо, посмотрим. Везет он, везучие люди. А у тебя слишком большая разница. Так, Ice Night, слева двое ворот, а вот это и за той стеночкой небольшой. Оттуда будут выходить мобы. Все твои убьют хила, получаешь ГП, если с твоей стороны умираешь. То же самое крикер касается. С правой стороны двое ворот твои. Первый приоритет вам забрать с хиллов. И забрать жирного, отвернуть от рейда. Так, милики бьют магов, а РДД бьют зомбарей. Если видишь зомбаря, ДКшник, ты замораживаешь его, молоко выкидаешь. Так, этот, у Ретрик спекнулся. Вот. Даю на вас метки, чтобы вы видели в порталах друг друга, и вам было проще. А так, кто пауэр. Эти хилы будет? Все остальные хилы двоих хватит. Пауэр, включаешь демонический доспех или шкуру демона, встаешь возле босса, понял? Тебе метка фиолетовая, видишь, светится возле дракона. Там будешь стоять, не уходить оттуда. Отходишь маленько, если под тобой этот столб будет. СНТ килая на рейде. Будете урон лишний лутать, будете умирать. Будете умирать, будете ГП лутать. Я даю. Маги, жунда. На варлока усиление магии кинь. Рука такая белая. И то же самое на босса кинешь, когда бой начнется. Понял? Бейте, Лена, вы где? Лена? Появляете возле головы, летите в какую сторону? В левую полетите, например. И так и летаете всегда. В одном месте собираетесь. Мастер ауру, у кого есть из холлипалов? Вот, у пандамониума коня поставишь, нажмешь мастер ауру. Я уже поставил, я прожму. У Ретрик. У Ретрик, ну да, тогда этот. Потом поменяешь на следующем портале, чтобы... Ну, снова... Да, освобожу.
Собрать должны все стаки вокруг. То есть, ну, не должно ни от какого остаться. Собрались, полетели, все забрали. Давай, кивай. Поехали. Готовы, нет? Не подходи, ДК, раньше времени. В следующий раз. Жирного отворачивай. Маг приоритетнее, чем жирный, его первого убиваете. Это милликов касается. Теперь жирно убиваете, чтобы не копились. Порталы и хилы заняли. У каждого свой портал должен быть. Ой, поджирно. Заходите в портал. Зомбаря с левой стороны РДД убить. Звездочка, я тут стою. Огненного убить. Сало, занимайте. Заходите. От зомбаря милики ушли. РДД зомбаря убить с левой стороны. Лови жирного там, докажи. Сейчас приоритет подавления. Надо подождать. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Жирного убьем и уходим после того, как червей зальем. Так быстро не летите, вы не ждете. Там один умный с другой стороны пошел, собрал. Ретрик, ты, блядь, ебанулся. У головы собираемся и с нами летим. А не так, блядь. Смотрим, где подавитель любит. Последний раз я уже соль захилил. Там вы найдете спасение, герои. Это заклинание еще не готово. С правой стороны подавители тоже убивайте. Потом все остальное. Порталы зашли? Толкни сова разгрома, если есть. Нет, ладно. Червей залейте, а вы. Порталов выйдите, нажми геру, изображение себе. Все, кто могут, хилите паладины. Крылья нажимаете, возложение в рук по дракону кидаете. Давайте немного. Мы с тобой только трэш били. Кто? Я что ли? Я не понял. Ну да. Вон, еще боешь выпал.
Ну и все, а что? На квартальных боссов у вас ДПС маленький. Единственное, что можем профа попытаться, но вряд ли мы сможем. Из-за того, что люди на ходу не умеют бить. Да. Я бы попробовал. С рейдом 240 нехуй там делать. Это точно. Минимум 260 надо на квартал заходить. А мы даже 250 не дали. Ну тут руку главное набить. Давай, Килай, останавливаемся здесь и ролим. Больше я не вижу смысла мучиться. Надо ДПС рейда поднимать, людей, которые не ДПС, надо менять. Без обид. Ну ты кинь ДПС. Дискорд. Я скинул уже после босса. Там все видно. Нормальные пацаны, говорит, без лута. Килай, это тут? Нет, не тут. Ладно. Будешь тут, начнешь ролить. Да, буду тут, начну ролить. Если есть... спек пол ГП. Оф спек половина. Голова, кстати, классная. Голова бисовая. Ну, я не знаю, что лучше. Либо ноги, либо голову взять. Голову, потому что... Ученик, тебе на оф или на мейн? Отпиши мне, пожалуйста, в рейдовый чат сейчас. Если на оф, то по приору оно уйдет пандемониум. Панда, кидай обмен. 225 гп рарный кинешь. Ну это... Да. Был бы просто по ролу, да, другой бы выиграл. Народ, решайте между собой, но желательно быстро время, но шмоти тикает. Кому? Пока кольцо разролю. Мейнспек пол ГП, надо кому? Офспек половина. Ученик уравнен. Кому голова ушла? Ученик трала. Чисто по ролу кольцо. Раз, уточни момент, ты на оф еще кидал или уже по ролу? Раз, ты меня слышишь? Все, окей, тогда леди уходит. Шея, мейн спек пол ГП. Оф спеке половина. По ролу. Окей, на распул пойдет. Жезл, мейн спек пол ГП. Это боишь? Поехали, не надо. А, он боится. Все, мой косяк. Там еще поезд боешься. Ну, поезд что? Отдельно у меня лежит. Еще какая-то хуйня выпадала. Грудак, кольчужный, да. Один кожаный. Кожаный какой-то был там, с кораблей. А поезд кольчужный. А поезд кольчужный? Так, грудак на мейн спек, надо кому? Поезд, да, кольчужный.
Оф спеке половина. Я бы взял поезд за ГП. По роллу. Боешки идут за половину цены, если вы будете их носить. Че, сколько он стоит? Я без понятия. Но надо... если человек одеваться, то будет, по-моему, логичнее за ГП дать, нет? Ну да. Может, на себя надень. Да, да. Не багрух, который, это как самолет стоит. 550 он стоит. Сейчас я гляну, сколько он стоит на аукционе. А, ты про Аллу говоришь? Я думал, ты про ГП говоришь. Не, багруха не стоит 550. Запа, мейн спек, фул ГП. Оф спеке половина. По роллу. Ничего за хуйня. Не вправо забирай. Нет его науки, не могу я сказать. А ты жук на раз. Чего именно? Пояс, который с полфанга выпал. Который шаманы носят. Кольчуга сам по 5? Да, да. Мне показывает последнюю цену 26к. Но вряд ли он столько стоит. Ничего себе. Да ладно, фиг с ним. Лучше продавай, конечно. Я думал, он крит-хас. Я думал, он крит-хас, блядь. Крит-хас, СРС-ки. Кольцо, мейн спек, фул ГП. Оф спеке половина. За УД он тебе пишет, продается. Ну да. По роллу кольцо, а надо кому это? УД есть. СМП 5. Ребра тканевая, вот что идет. Нет, за УД купить. Тканевая РДД. Нет, это ребра тканевая. Фундамент. Силы тоже ролится. На холле пала нормальный. А не холле пала. Лучше тряпочки. Только геровский. Гес геры только. С обычки стрэш. У кого-то есть вопросы к тому, кому... Топор мейн спеке фул ГП. Оф спеке половина. По роллу. Скорость маленькая, это больше для рук подходит. Или ханта. Зажрались. Раз, два, три, четыре, пять. Зубраджин. Энх новый, да, будет? Ну, Энх 2.60 носит. Ему нельзя 1.50 носить. Это тупо. ДПС меньше. Энх 2.6 только, да. Я не знаю, зачем шаманы. Майн спеки фул ГП счеты. У тебя же есть счеты, нет? Да. Что мне счеты забрать? То ты не заберешь. Килая там идет. Синтек идет. По приору синтеку. Кер друга, цеп. А ты не ворвешься. Я 724, да? Не знаю. Да. Двойной же. За три не да. Ясно, блядь. Я и не знал даже. Да, двойной. Кистевое мейн спеки фул ГП. Топ 3. Жестко. Вот это, наверное, неплохо. Все заебатая хуйня. Ну это, наверное, еще можно. Еще такую же с КБ берете? Ты мишень такие... забирай. Шея, мейн спеки фул ГП. Танки по мейнам. Надо кому? Айс к найту вижу надо, окей. Да, у него просто так. Он один ролит. Айс к найт забирай. Синтек че ролил? Просто походил. Уже на офспек просто там.
мейд идешь, бро. Токен, паладин, жрец, чернокнижник, по ролу. Надо еще по ролу? Да, по ролу. Не давайте больше ученику уже заролить. Он все забирает. На Денис забирает, на все. Справедливо к другим. Жалко, что ли? Мне не жалко. Да не, я этому говорю. Букер. А не жалко вам. Ученик, рарник. Че? По одному. У меня их два. А пандемониуму срочно надо? Я могу отступить еще. Не, отдай пандемониуму, я голову буду Т4 брать. Панда, надо? Где не обмен? Да. Надо голову Т4 выбить и запы. Зачем? А руки с этого нужны мне, с тухлого. А, ты на хила говоришь? На какого хила? На ретрик. Руки с тухлого на ретрик. Так, жезл, СПД, каритхаст. Мейн спеки, фулл ГП, надо кому? Ну, вижу желающих. Где заебатый жезл? В гере дырки будет? Темная леди, да? Да, по приору темная леди тут пойдет. 275, да? Угу. Ничего, маг еще будет. Наберешь еще постепенно приор. Запы, мейн спеки, фулл ГП, надо кому? Офф спеки половина. По ролу. Не нужны эти. Он синтеку на сову. Чё, мне жалко, что ли? Килайт, это можешь? Вот так же, как я скрин делаю? То есть часть экрана за скрин и урон по трэшу с ворка скинуть. Так же, как и это. Как я кидаю с босса. Или у как кого ты... есть. Потом мейн спеки фулл ГП. Ложок. Кожное плечо. Офф спеки половина. По ролу. Секундочку, я переключаюсь с ЕПГП на Синтек. Перчатки латные, мейн спеки, фулл ГП, надо кому? Офф спеки половина. Айс, Кнай, тебе же на мейн. Да это как замена, просто пока 4-4 нет. А, окей. Ну, все равно да. Желающих на них особо нет. Бери. Голову там я видел желающих много, поэтому уж не стал. А, бошку обычно забирают паладины, воины. Кого меткости нужна? А штаны брать с меткостью, если будете на паладине или войне, у вас не хватает будет мастерство. Мастерство это основная хуйня, наравне с меткостью. Где танкование? А ДК не надо нахуй, это мастерство из Т4. Остальное вроде боешки все. Шесов опять никому не понадобилось. Сейчас я проверю по шмоткам. Может у меня что-то в другой отдел кинулось. Нет, вроде все. Сейчас ЕП накину. УЗПЗ. ЕПГП. Не, это УЗПЗ. Короче, пока все тут. Задам вопрос.
Если есть желание собирать рейд, стараться на фул проносить, начинать квартальных боссов бить. Есть вариант слить две гильдии. Ну, слить в плане собрать рейд и посмотреть, кто посильнее по ДПСу, и взять пойти. Ну, тоже по бафам, все как обычно. Так, у нас как обычно же 7 плюс 1 квартальный. Я путаюсь. Да. Можно. Ну, смотрите. Вот из нынешнего рейда вот сколько надо минимально? Смотри, тут еще момент, как способ ДПС. Ролла. Вот способ ролла, это надо вот спросить. Я вообще проблем не вижу никогда. Мне вообще лично на себя там плевать, там какие способы ролла. А вот за людей, ну, я думаю, надо просто их к вам в гильдию закинуть. Вот, так как у них там системы пока что никакой не запущенной нету, вот, это, ну, никого не должно затруднять. Ну, мне так кажется. Вот. Надо просто вопрос задать по этому поводу. Ну, я считаю, 1012 минимум надо давать. Или да, минимум, да, 12. Да. И потому что... чтобы челики были не то, что там я лагаю, там 2 FPS, там, ну, если такие челики, ну, чтобы они не пошли в рейд, чтобы... Чтоб стартанул рейд хороший, чтобы вот мы пришли, полтора часа, и мы уже на профи стоим. У нас осталось проф, Лана, Синдер, Лич, все. И у нас еще полтора часа есть ебашить, прям реально траить. Не вала ебать, вот эту вот хуйню не заниматься, вот прям реально. Вот. Если все стороны согласны, если все, то на следующем КД посмотрим, ну, сообразим время РТ, придем, пособираем. В палку 3 минуты побьют люди и посмотрим, кто что дает. Но если меньше десятки, там смысла нет брать человека. Палку, милик, десятку. Ну там под рейд бафами больше будет. Я насколько бить? Нет, под селфами я имею в виду. Насколько бить, на лям? Не, не на лям, я на время. Ну 3 минуты 30 секунд, вполне нормально. Я в палку даю меньше 9к. Но топ-1 по РДД. Как ты собрался в попалке смотреть? Под рейд бафами, не под своими бафами, не отдельно, где-то там ночью, когда никто не видит, а под рейд бафами. Можно, если как это... если как это... никто не видит. Ну, я да. Все понимаю, это все весело, смешно. Можно прийти на ребро там, повайпаться два раза и там посмотреть. Ребро — это не показатель. У тебя есть прекрасный персонаж в виде сурка, где ты просто стоишь и тупо бьешь манекен. Да, но, даже... но ничего тогда, если на сурке ты замеришь ДПС, и потом увидишь, у тебя 3 человека с 7к ДПС, и их кикнешь с рейда. Можно, ну, так, да. Можно так, в принципе, сделать, если, ну, люди эти согласны. Нас... С маленьким. У нас есть 5 или 6 скринов сурка 25-ки. Там примерно понятно, кто что дает. Ну, можно, да, можно скрины заюзать. Вполне, да. Давай. Или кто там? У кого есть урон по трэшу? Киньте в этот дискорд по браске. Погоди минутку, разберусь. Только не будем крыш... разбираться с трэшем. Ты вырезанный. А на завтра у нас.